Несмотря на то, что школьный карантин в полном разгаре, учителя и остальной персонал продолжают работать в обычном режиме. Классы ежедневно проветриваются, проводится дезинфекция полов, дверей и стен. Все ученики ежедневно выполняют домашние задания дистанционно. Учителя записывают их в электронный дневник, круглосуточный доступ к которому есть у учителей, учеников и их родителей. Детям розданы задания для подготовки к экзаменам. Они сдают экзамены. 11 классы тоже решают тесты, у них индивидуальные задания розданы. 10 класс работает над программой по изучению производных. После завершения карантина 22 февраля особых трудностей в обучении из-за вынужденной приостановки занятий учителя не ожидают. Возникнуть проблем не должно, потому что карантин у нас уже как бы не первый год случается, поэтому схема у нас уже отработана. В первую очередь учащиеся получают дополнительное задание перед тем, как уйти на карантин. Затем учителя корректируют свои рабочие программы. И пока школьники обучаются дистанционно, а школы пустуют, коридоры детской поликлиники напротив переполнены. Число заболевших детей составляет 20% от всех учащихся. Большие очереди к участковому терапевту еще раз подтверждают – карантин объявлен не напрасно. Есть осложнения в форме отитов и синуситов. Этих детей направляют на лечение к лор-врачу. Зафиксированы случаи пневмонии. Заболевшие проходят лечение в стационаре детского отделения. Ну, пока, в принципе, пока я думаю, что это пик заболевания, потому что, ну, судя по количеству вызовов в понедельник 11 февраля и сегодня, в понедельник 11 февраля было 147 вызовов, на сегодняшний день 144 вызова. В группе риска прежде всего находятся дети от 2 до 7 лет. Дети с ослабленным иммунитетом, часто болеющие дети, имеющие хронические заболевания и те, кто не сделал своевременно прививку от гриппа. Для того, чтобы не пополнить число заболевших, необходимо соблюдать ряд правил. Нужно соблюдать санитарно-гигиенические правила, то есть мытье рук, проветривать помещения почаще, проводить влажную уборку, избегать многолюдных мест, носить маску, которая также уменьшает попадание вируса в дыхательные пути. В здоровом теле – здоровый дух. Укреплять иммунитет, заниматься спортом и сбалансированно питаться, делая упор на фрукты и овощи, советуют медики. А в зимний период лучше принимать поливитамины. Завершится карантин в школах 22 февраля, и классы вновь заполнятся детьми. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.